замечательно. Нам очень приятно, когда мы проводим такие встречи. В прошлом году провели, я считаю, довольно много работ. Пассажирские перевозки, 7-й, 47-й маршрут, плохое обслуживание, плохие автобусы, черный дым, курящие водители. График не соблюдается и так далее. Это комплекс вопросов, мы сами будем разбираться. Второе – это бродячие собаки. Как я сказал, будем сейчас заниматься управлением ветеринарией. Третий вопрос – это дороги, которые на следующий год будут запланированы. Ремонт Пушкина, особенно лотки, в первую очередь мы сделаем. И тротуар по Пушкину, да? Четвертый вопрос – ГУР-свет. Это ГУР-свет, освещение. Пятый вопрос – это ВКРЕК, перепады электроэнергии. Как вы сказали, это тоже существует, да? Мусор. Потом вывоз мусора с пескоммунтрансом. Шестой вопрос. Седьмой вопрос. Отлов собак. Так, вот такие комплекс вопросов по поселку Красный будем заниматься. Мы знаем эти проблемы, тем более вы сейчас сказали. Ближе к осени уже мы конкретно скажем, что будем делать на следующий год.